серьезных предприятий, находилось предприятие, вот видите, да, вот в таком состоянии было. До 120 километров. Вот такой диапазон у нас получается. Получилось только лучше. А вот. И пришлось, вы сказали, очень правильно. Здесь рабочие органы, скажем так, вот здесь. Делать невозможно. Очень большой объем. Вот. И вот. Человек. И совершенно очевидно, что до конца. Но вы поняли, абсолютно ключевой вопрос. Абсолютно ключевой. Это то, что нам нужно сделать в самое ближайшее время. Добиться суверенитета, технологического суверенитета России. Мы должны стремиться к 100% локализации. Совсем нет. Мы приняли решение, что деньги будут передвинуты, предназначенные на эти цели, на дорожное строительство, как мы говорим, справа налево, то есть с 2024 года на 2023 год. Хорошо.